Огни Эльма. Электрические разряды, наблюдаемые иногда в естественных условиях на острых концах возвышающихся над землей предметов. Башни, мачты, одиноко стоящие деревья. Часто огни Эльма отмечаются в горах, на острых вершинах скал. Свое название огни получили по имени церкви святого Эльма, на башнях которой они часто наблюдались. Огни Эльма возникают в момент, когда напряженность электрического поля в атмосфере у острия достигает особенно высоких значений – до 30 тысяч вольт на сантиметр, что чаще всего бывает во время грозы или при ее приближении, а зимой – во время метелей. По своей природе огни Эльма представляют особую форму коронного разряда.